Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Dead Space. Так, окей. Ага, все, у нас, так сказать, все забито. Найс, 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 найс. Найс, 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 найс. У нас перебор. Что? Все? Это заразители были? А, она взорвалась. Ладно, ну дверь мы все равно откроем. Я лифт запустил. Ладно, а что у нас было там в конце? Так, обломки, хорошо. Хорошо, хорошо. Мистер Кларк. Да? Нам надо поговорить. Это кто? Риглинг. Меня зовут Теренс Кейн. Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественны, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Окей. Так, все, перезаряжаем. Пускай блок этот стоит. О, бля, чел. У него такой же костюм, как у меня. А я не мог... Не мог в него стрельнуть. А чё я не могу это? Чтоб он не мучился, добить его не могу. Там я уже все по патронам. По пантрончикам у меня уже все, GG. Так, кстати, а я ж по идее на лифте, да, приехал? Да, я приехал куда-то, хер знает куда. В магазин вообще не скоро. Нет. Эй! А ты не говорил, что ты умеешь двери открывать? Я не думал, что он дверь умеет открывать. О! Все? Кажись, все. Так, нам туда. Узел. Верстак. Аудиозапись. Командир Кадиган, корабль атакован. Это не очередная тревога. Приятели инопланетяне. Повторяю, инопланетяне и очень опасные. Всему персоналу вооружиться. Огонь на поражение. Тир. Счет. Пища.
Нихера себе тир. Недешевый тир. Блин, я не знаю, давайте. Блин, да, вот мне тут и выкидывать, в принципе, нечего. А, у меня патроны бесконечные. Тогда нормально. Тир поиграем с вами. Ой. Изи-изи-изи. А, я просрал. Давайте выиграем. Уровень этот. Все. А, ну я опять просрал, алло. Поехали. Жалко, что нельзя оружие забагать на бесконечные патроны. Давайте, давайте, еще двое. Изи. Блин, я не знаю, да. Ух ты, за это дают что-то. Полежи-ка. Ребят, за это что-то додают. Это значит полезная вещь. Давайте до конца, до конца. Теперь что дадите? Оп, полежим. Вы видите, оно ускоряется, это хорошо. То есть я зря время не теряю. Ага, ага. Сейчас бы я лоханулся. Ой, а таймер, таймер, таймер. А, черт, я не попал. Да не-не-не, смысл. Я не смог. Мне главное, чтобы ты не отвлекала. Нет! Нет! Ну последний был.
неудобно. Стрелять те, которые с левой стороны. О, 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 что? Ни хрена себе. Ни хрена себе. О, так, все. А, все, с первого уровня. Не, все. Давайте заменять на более нужное. На более дорогое. Вдруг потом пригодится. Когда-то. Да. Но вещей мне здесь нападало много. Обидно, если меня сейчас кто-то убьет. И я это все потеряю. Не дойдя до сохранялки. Чел, ты ненормальный. Это не круто. Ни хрена не круто. Так, а где у нас ближайшая сохранялка? Только внизу, да? В принципе, лампа срать. Погнали. Ты ж ё-моё. Какая херня здесь происходит? Оп. Ух ты ж, ух ты ж. Вовремя, 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 вовремя. Да, я побежал. Ладно, хотя бы отсюда. Тема большой аптечки. Давай на ту сторону. Все? А не, с той стороны никто не лезет. Хотя это радует. Хотя бы это радует. Куда они? О!
Чё вы сюда ползёте-то? Да харе ко мне сюда лезть! Еще один. Всё? Привет. Я тебя понял. У меня пипец, у меня ненужного хлама столько здесь сейчас. И до хера всего. Я же потом буду потом сюда возвращаться, ребят. А хотя, зачем? Кредиты. Что на эти кредиты буду покупать? Как ты умер, мне интересно. Как ты вообще сам взорвался? Ну, сохранялка. Здорово. Здорово, здорово. Там столько вещей, столько... Ай-яй-яй. Так, у меня есть, да, этот? Да, если что, использую. Я понял. Мне главное, чтобы сбоку никто на меня не напал. И? Это который... Во-во-во! Это который быстрый. Блокировка снята. Отлично. Нормально. Теперь все лутаем. Вам большая хилочка. Брось. И лучше будет хилка, чем... Хорошо. Ясно. Много полезных вещей. Ну, вы понимаете, если я выиграл в тире, то здесь проиграть это такое унылое говно будет. Сколько кредитов, ух ты ж. Так, здесь заперто.
тоже патроны. Не, ну смотрите, блин, ну сколько вещей. Ну ладно. Так, приказы. Сектор черный. От начальника штаба земной обороны. Кому ко мне в Хацкой тогда? Операция Белый свет. Так, театр действия системы Агида, планета Пендинг. Задача глубокая зачистка. Корабль так. Гиги Ишимура нарушил прямой приказ земного так, правительства. Есть основания предполагать, что они обнаружили обелиск ЗА. Либо ЗА. Так, отдел особых операций подтвердил находку обелиска в данной системе, но не назвал координаты его точное расположение на планете. Так, если обелиск найдет, существо огромный риск распространения смертной инфекции. Немедленно отправляйтесь в систему Эгида и займите так, орбиту вне радиуса обнаружения вашего корабля гражданскими сканерами. Ожидайте сигнала Ишимуру, чтобы определить его местонахождение. Отлично, а теперь у нас есть вот эта вот штуковинка, что мы все и потратим. Так, средняя аптечка, перенести. Продать. Перенести. А теперь мы отправляем с вами самый назад собирать все ништячки. Самый назад. До тира хотя бы. Хотя бы до места с тиром. И на это, если что, сохранение сохранимся. А чё ты вернулся именно сюда стоять? А мне хватит? Стазиса. Я думаю, должно хватить. Куда и обратно. Я подумал, я на тело использовал. Блять. Но я за вещами вернусь обязательно. Там очень много. В первую очередь много вещей. И мне просто их жалко терять. Жалко терять. Ай, блядь. Кстати, а где у нас был этот? Наверху, да? Поехали. А не. Тогда нормально, вот у нас тут тир был. Готово. Я сказал, хотя бы до сюда. Все, теперь возвращаемся. Стазис. Моё. Так,
Так, здесь еще не забирал. Так, мне туда не попасть. Что-что? Еще что-то заметил? Изи, изи, говори. А, сохранил. А, видите, и уже снова магазин забит. Шматьем. Полезным шматьем. Не мусором. Полезным. Жалко только, что все поулетало от взрывов. Мы все это дело понаходим. Закрыто. Пилочка. И у нас уже снова места не хватает. Замечательно. Так, рюкзак. Переместить, переместить, переместить. Продать. Переместить, переместить, переместить. Продать, переместить. Переместить, переместить. Так, еще здесь, да, было? Еще здесь было. Продать. Остается. Продать. Все. Готово. Поехали. Поехали далее. А, это ты же. Ты же. Охранилка. Найти. Сохраниться. Мне бы стазис пополнить. Оттуда ты точно не вылезешь. Пипец у меня пушка. Бум! Что вообще там происходит? Мне опять хилок много надают. Чего ты убегал? Бля, мне главное, чтобы мне потом это не снилось, а то я уже шестую серию снимаю просто. Знаете, оно как бывает. Да хуя потом снимаешь, потом это вся хрень снится. Еще туда идти. Мне кажется, нужно было ему ноги, да, прострелить. Ой, приятель. Да, теперь там закрыто. Нужно было его ноги прострелить. А почему двери не открылись? Почему мне дается столько опять этих лазеров? Ой, а там дверь. Очень много дают этих. Пошли. Дверь, понял.
тогда круто. Да чё ты коцаешь, алло? За что? Попробовать пробежать. А хотя можно. Давайте next. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я не заметил. На сайзик немного поджарился с сухариками, стал такой с корочкой золотистой, выберите. Сори, изик. Да я что-то бежал, я вижу, типа, мне мало отнимает хп, думаю, ну ладно. Он что-то меня аж, ох, как подпекло. Понял. Возвращаемся. Ладно, делаем по-другому. А, круто. Вот окей. Ладно, переждем. Хотя я могу пробежать. Хоть где-то полезным стало. Ангулярный конвейер. Это ты? Ты его достал? Черт, ты его достал! Да это нет. То, что нужно! Тащи его на пассажирскую палубу! Окей. В принципе, мне сюда идти. Ладно, все-таки сюда. Так, инвентарь.
пройти хотя бы. А. Да. Куда идти мне лучше, скажи? Воу! Не, ну он, в принципе, правду сказал, что... У меня пропал сигнал от Хэммонда. Он жив? Да! Жив! Теперь остались только мы. А Хэммон в порядке, ты чего? Он просто решил немного прилечь, отдохнуть. Вот. Давайте возьмем часть Хэнга, чтобы он был вместе с нами. А ну, Хэнг, давай. Блин, Хэнг, ну ты чё, даже дверь открыть не можешь. А, Хэнг, так уж и быть, извини. Подкоптись немного. Эй, открыть. Все взрывается, все бахкает. Ладно. Внимание, критическая полоса в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. А я так покидаю в корабль. А я думал, некроморф вылезет. Помонать. Да успеем. Я думаю. Внимание! Критическая полоса в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. А, это лифт? Мне кажется, мы могли сдохнуть. Так, там сохранялка у нас есть. Потом какие-то непонятные проходы. Но я считаю, что нам лучше сохраниться. Сохраниться. Медленно покиньте корабль. Давайте покинем корабль. Внимание! Критическая полоса в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Давай. Поехали отсюда. Зона гравитации. Давай, открывайся. Зона нормального давления. А что по звукам? Все, музыка успокоилась. Музыка успокоилась, значит, все нормально. Так,
25 штук стоит алмазный, ни хрена себе. У-ху. Тогда продать. Ух ты ж, ё-моё. Ё-моё. Всё? Верстак, наш смысл верстак, если у нас всё. Ох, отлично. Глава 9, мёртв по прибытии. Завершено. Да, сохранится. Глава 10. Последние дни. И опять мы приехали в внешнюю часть корабля. Я обнаружила челнок, о котором говорил Хэммонд. Черт. Там врач этот. Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Манекены. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ тех команды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Ни хрена себе. Короче, здесь походу опять этот доктор и походу опять этот охотник, который будет за нами гнаться. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!